Только 30% от стоимости операции на сердце может оплатить государство. Об этом заявил главный внештатный кардиохирург областного департамента здравоохранения. В этом году исполнилось ровно 10 лет работы Центра аорто-коронарного шунтирования. Специалисты обратились в Минздрав с просьбой обновления материально-технической базы отделения кардиохирургии областной клинической больницы. Всего необходимо около 10 миллионов гривен. Те средства, которые выделяются, они позволяют покрыть трехдневный срок пребывания пациента с острой коронарной патологией в клинике. Туда входит и коронарография, и баллонирование коронарных сосудов, и стентирование коронарных артерий. В том числе это отделение ежегодно выполняет где-то 1200–1500 коронарографий в год, и около 800 пациентам по ургентным показаниям.